Никто не посмеет стать на пути у меня, Магнето, мастера магнетизма! Мстители остановят тебя, злодей! Сейчас я использую свой могучий щит, и тогда тебе... Серьезно? Я же мастер магнетизма, а ты швыряешься какой-то металлической тарелкой! Что ж, сейчас я позову Баки и... Моя рука! Моя металлическая рука! Кажется, надо предупредить об этом Тони. Предупредить меня о чем? Ну вы даете, он же был целиком в металлическом костюме. Что вы еще сделаете? Робота на меня натравите? В этом нет необходимости. Я подожду здесь, пока не понадоблюсь. Ну что, злодей, приготовься к... Ой, мои шары! А что ты на это скажешь? У Халка нет ничего металлического, только грубая физическая сила. Что, здоровяк, у тебя поднимется рука на старого еврея, пережившего Холокост? Тебе так хочется почувствовать себя большим и сильным, да? Халк не хотеть быть еврея, пережившего Холокост. Это плохо. Да, в этом есть смысл. Что ж ты выиграл, Покеда? Поздравляю с победой над Мстителями. Очуметь, ты прилепил самые мощные артефакты во вселенной к металлической перчатке. Ну вы и дебилы тут все, я сваливаю.